А вот когда отца в 3 года нет, мальчику все время нужен, ну, вот какая-то. Защита. Да. Кто выполнял такую роль? Был ли какой-то, не знаю, Ну, вы знаете, когда тебе товарищ? там до 5, до 6 лет, я не помню, чтобы кто-то обижал. У меня был очень близкий друг, Ну, вы сосед. задрались много. Это вот когда я в школу пошел. Так. Это когда я в школу пошел, это да. Это не, я не мог пройти по улице, потому что там, ну, там была определенная семья, все из мальчишек, да. Ну, и там старшие, значит, это самое. А поскольку я был незащищенный, то вот, Да. да. Ну, дрался я хорошо, я должен сказать, потому что я вообще такой же подвижный был мальчишка, я футбол играл, баскетбол, волейбол, там рост не имел никакого значения, я плавал очень хорошо, мы даже водное поло играли, потому что были кумиры, понимаете, был Петр Швенирадзе, такой капитан сборной Советского Союза по водному поло, был Отар Коркия, капитан сборной Советского Союза по баскетболу, мы во все играли, вот. И поэтому, там, скажем, да, когда я уже подрос, то для меня это тоже стало интересным, там, понимаете, отлупить, а потом убежать. Но они иногда следующего брата подсылали. Тогда вмешивались другие соседи. Так все-таки кто вот на кого вы равнялись? Кто был вот такой ролевой моделью мужской? У Или нас такого не было вообще? был, у нас, у меня был сосед. Заур Чедия такой, к сожалению, его сейчас уже нет, он ушел из жизни. Он играл за вторую сборную Грузии по баскетболу. Из поти выбиться было очень сложно, такой уровень. Вот. Очень порядок, семья невероятно порядочная. Отец участник Великой Отечественной войны с медалями, все. Вот. Мы многие на него равнялись, потому что он блестяще во все играл. В то время что, потому что я сам по себе был отличник, глядя на своих сестер, да? Вот. А вот это вот, это был, вот он был таким кумиром, конечно, до определенного возраста.